Уже какой урок идет? Седьмой урок уже идет, а мы до сих пор в школе. И у нас ведет директор к тому же. Но он уснул, смотрите. Давайте-ка попробуем через дверь выйти. Видите, уже звонок был, перемена. А, дверь не открывается. Блин. Смотри, там наверху отвертка есть, отвертка. Давайте попробуем до отвертки докопаться. Парты, ставим парту на парту и залезаем туда. Вот, смотрите, вот здесь. О, и давайте сбежим через вентиляцию. Кажется, нормальная идея. Так, откручу винты. Все, готово. Давайте. Сейчас директор может проснуться, так что надо скорее этот убегать. Когда директор проснется, он точно нам всем двойки поставит за четверть. Или даже за год. Ну ничего, давайте скорее сбегаем. Тут камер, надеюсь, нету нигде. А, он там прям стоит. Гусь поднялся, и давайте последние остались. Два человека. Давайте. Надеюсь, вы сможете до нас добежать, потому что уже восьмой урок. Ого, а вы знали, что в вентиляциях у нас такие шипы стоят? И какие-то пропеллеры. А, мне кажется, под этот пар лучше не идти. Давайте его отключим. Вот смотрите, я там вентиль вижу красный. Побежали. Так, оп. Оп. Я бронированный. Сквозь пар прошел. Я тоже. Так, вы несложный режим выбрали, да? Тут еще лифты есть, вентиляция. Вы вообще об этом знали? Я впервые вижу, что в вентиляции школы работали лифты спокойно. Так, здесь легкий такой паркур. Ого, целый урок физкультуры. О, баскетбольные мячи. Баскетбол вообще крутой, наверное. Смотрите, там красная кнопка, дай-ка на нее нажму. Жесть, я что-то включил или сломал. Так, ага, еще лифты включили. Сколько тут лифтов в одной только школе? В одной вентиляции только 10 лифтов. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, сейчас нас 1, 2, 3, 4, 5 человек нас только осталось. О, красная кнопка. Так, смотрите, я вентиляторы включу. Давайте поднимемся. Ого! Вообще, так на вентиляторах это целый аттракцион. Обратно, наверное, уже не сможем. Ладно, пошлите. Ого, тут лазерные лучи. Все это в одной вентиляции. Как будто все было приготовлено для нас. Так, я включил лифт с помощью красной кнопки и поднимаюсь. Давайте, идемте. Мы не должны оставаться здесь. Ого! Тут еще лазерный луч. Оп, хоп. Все, я прошел. Так, давай, давай, давай. Нас четверо. Нас же было пятеро. Давай, Дерек. Ого. Он что, из титана состоит? Его вообще не пробивают эти лазерные лучи. Ну ладно, пошлите. О, это где мы? В кладовке? Так, ладно, давайте возьмем стремянку. Не будем париться. Поставим ее здесь. Ого, тут молоток есть в кладовке. А компьютеров нет больше. Всякие коробочки тут есть. Можно дом построить. Давайте дом построим. Будем здесь жить. Нет, не ломайте мой дом. Ну ладно. А, вы все в вентиляцию залезли. Ну давайте тоже тут можно, наверное. Че, все меня там ждете? Так, все, я выбил и прохожу здесь. Ой-ой-ой. Ну, у нас до сих пор пятеро, это хорошо. Пошлите. Только в нашей, наверное. Ой, где это мы? Во! Теперь не вентиляции хотя бы. Сбежали. О! Директор проснулся. Бежим, давайте скорее отсюда. Ого, еще один баскетбольный мяч, а зачем? Надо его в директора, наверное, бросать, я бросил. Я в него бросил мячик, он вообще даже не покоцался. Так, я беру снова мяч. Ладно, я в директора не буду бросать. Этого толку нету. Опачки, я попал прямо в одну кнопочку. Наверное, сейчас научусь баскетбольные мячи бросать. И стану самым крутым баскетболистом. Даже нет времени понимать, что тут происходит. Так, я вижу там красный ключик рядом с дверкой. Так, обманем директора. Нажмем на кнопку. Ой, я не попал. Закрой. Так, осталась последняя кнопка. И попаду ли я. Оп, все, я попал. Кажется, я что-то только что сломал. Я услышал по звуку. Там нет электричества, теперь я могу взять ключ. Прям за мной директор. Так, ладно, я пробегаю. Ключиком. Он прям за мной вообще сзади меня. Так, открываем дверку. О. Все, давай, уходи, директор. Давай. Все, он пошел обратно. Я вижу, у нас тут есть скамейки. Давайте я к вам сейчас прибегу. Поставим здесь скамейку. Угу, и поднимемся наверх. Так, что тут у нас? Ага, кажется, это что-то не работает. И надо опять баскетбольный мяч бросать. Почему везде нужно мячик бросать? Ой, я только что выбросил свой единственный путь спасения. Ой-ой-ой, я что-то боюсь отсюда прыгать. И как мне добраться до туда? Ну что ж. Так, ладно, сейчас попробуем. Поставлю скамейку еще разок, потом опять ее забираю и ставлю здесь. Фух, она не упала. Теперь беру баскетбольный мяч и бросаю прям в красную кнопку. Попал вообще. Давайте, я иду к вам. Ого! Я вообще не думал, что в зале физкультуры у нас тут вообще спортзале, тут везде лазерные лучи стоят, паркуры. Ой, памперс. И такие высокие комнаты и потолки, что даже вообще, если упадешь вниз, то все уже, капец. Я уже почти прошел. Я что, самый первый? Давайте скорее, догоняйте. Я прошел. Опачки, давайте, я вас тут жду.
Вот это тут вообще, это кто тут испытания все эти проходил и кто строил вообще? Тут везде такие груши огромные, готовы нас выбросить вниз, это вообще не опасно? Так, нас трое осталось, а не четверо. Где гусь? Гусь, ты где? Гусь умеет летать. И где ты? Ладно, надеюсь, ты нас догонишь, но я пока здесь побегу, хоп. Хоп. Так, что тут у нас? Какая-то красная кнопка, что она делает? Оу, это вообще страшно, наверное. Оп. Прям ровно остановился, ой, а что с моими руками? Что-то не так, ну ладно. Поехали. О, что за паркур такой? Да, вообще, какие-то странные тут штуковины непонятные. Батуты, что ли, я не знаю. Скорая go to open. Чего? I not English. Короче, мне что-то надо сделать. И я ничего не вижу. Стреляю в очко. Нет. Смотрите, там баскетбольное кольцо. Надо в него попасть. Попал. Гусь крутой попал, а я сейчас даже не могу. Огонь! Я мимо, вот блин. Так, беру мяч, бросаю и... Опять мимо. Беру мяч, бросаю и... Я попал, ура! Гусь, пошли, давай, за нами. Нас тут уже пятеро. И тут директор стоит на своей какой-то машинке. Ой, он, кажется, гораздо быстрее стал. Побежали скорее, что делать? Дверь закрыта. О, в туалет, давай в туалет побегу. Так, заходим в туалет. Ага, это что у нас такое? Обычный туалет. Везде обычный туалет. Он прям за мной бежит. Пока, директор, давай уходи отсюда. Привет, директор. А, ему уж без разницы на меня как-то, ну ладно. Так, я снова в вентиляции и... Ой, что с моими руками все-таки стало? Опять мы в вентиляции. А где все? Почему я один? Вот это тут мишень маленькая. Опачки, я в нее первого раза попал. Гусь, памперс. Где вы? Я иду. Давайте, я уже тут этот, пробежал тут все. Давай памперс. Это очень легко попасть вообще. Я не попал. Ай, почти. Я попал. Ура, молодец, давай идем сюда. А где все остальные? Почему нас только двое? Ладно, пошли, надеюсь. Надеюсь, их там не на 11 урок сейчас зовут. Ой-ой-ой, это что такое? Пошли памперс. Они нас, наверное, догонят. Оу, тут какие-то лазерные лучи. Я нет, все, я прошел. Мы с тобой прошли. Ну давай, пойдем дальше. Опять вентиляция. Ой. Опять. Ага. Опять. И еще раз. Ого! Мы снова в спортзале. А нет, это на спортзал не похоже. Это похоже на огромную столовку, которая очень сильно поломалась. Вот смотри, автомат. Бесплатные напитки. Напитки надо. Да. Прям на голову были. О! Какая скорость! Я вообще супер мега быстрый. Побежали, давай. Что со мной случилось? Почему я такой быстрый? Не знаю. Так, я уже почти прошел. Ой, звонок уже на 11 урок, что ли? Или на 12, я уже сам не знаю. Так, я у самого конца. Давай, давай, чуть-чуть. Что это со мной было? Ой, директор. Директор катается на детских машинках? Это гонка. Давайте один на один. Против директора. Он же нас минут назад поймать только хотел. Мам, быстрый. Что делать? А, что-то я поздно выехал. Ну ладно, все равно попробую выиграть. Так, а чё это я так поздно выехал вообще? Ой-ой-ой. Чё это с машиной директора? Ничего, постараюсь его обогнать. Что-то я вначале затупил и не поехал вообще даже. Так, ну ничего, я уж почти его догнал. Главное, чтобы он меня не сбил. Давай, почти первый. Ускорение. Все, пока, директор, я буду первым. Все, директор проиграл, все, до свидания, пока. О, он вообще такой обиженный. Смотрите, я его могу двигать. Че он плачет даже, не хочет меня поймать и двойку поставить. Сейчас я его куда-нибудь вот так оттащу. Я его вытащил за финиш. Нет, это реально гениальная идея, выбросить директора, пока он плачет. Сколько он там плакать еще собирается, я уже тут его целый час тащу. Давай, прям на шипы, на свои же шипы. Уф. Встал уже. Давай. Чуть-чуть осталось, директор. Чуть-чуть, давай, чуть-чуть, чуть-чуть. И, давай, полетел. Ой, я за тобой. О, я на шипах стою, посмотрите вниз. Ой-ой-ой, тут директор насквозь пробил шип. Ну ничего, я на нем стою. Ну, и что мне теперь делать? Смотрите, я на директоре стою, а директор на шипе.
Я надеюсь, что с тобой все хорошо, и меня не исключат со школы. Ну ладно, директор, сиди там на шипах, тебе, наверное, там хорошо. Успокоишься. Ой, что со мной? Нет! Нет, помните! Придется мне заново его заспидранить. Это было очень долго, но я смог пройти все это опять. Так, давай, Памперс, пройдем этот легкий паркур. Вообще, с первой попытки можно пройти вот так, вот так, вот так, вот так, все. Что? Давай, Памперс, я с первой попытки прошел. Давай, чуть-чуть осталось. О, молодец, все, пошли. О, смотри, директор. Что-то он странно выглядит. И мы сбежали со школы. Идем. О, ай, книгами бросается. У меня какая-то штука. Я стреляю в него бубашками. Помогите. Ой-ой-ой, жесткий учитель. Директор, давай уничтожаем его. О, у меня вообще мало хп. Нет. О, все, я его смог его уничтожить. Все, до свидания, директор. Я победил директора. Как его проходить? Он прям в меня заходит, я не могу его выиграть. Че с Памперсом? Блин, капец, это очень трудно. Что трудно? Он прям в меня заходит и все. Ты че, с воздухом дерешься? Памперс, ты с воздухом только что дрался? Да, он меня обидел. Жизу. Ладно, пошли. О, смотри, автобус школьный. Погнали. Наконец-то домой. Да. Поплююсь. А что такое большой? О, здесь кнопочку надо нажать. Какую? Вот тут-то. Вот тут-то. Где? Вот тут-то вот прям, ну, там, где я стою. О, открыли. Странно открывается автобус. Так, что, я водитель. Я водитель. Ладно, давай. Блин, не едет. Погнали, надо угнать автобус. Все, поехали. На этом все. А сейчас вы можете посмотреть видео, где мы убегали от радужных друзей в Роблоксе. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.